all knew her by her will to make it whatever she put her mind to. Late night hours up the hill, serving coffee to strangers, talking about она вернулась. Всем здравствуйте! После моего дня рождения у меня наступил какой-то интересный, но в то же время очень хаотичный период. Как говорится, счастье любит смелых и отчаянных, вечно опечаленных боится. Сегодня будем чуть оживлять пространство и меня, потому что после дороги я немножечко подбитая. Кстати, из астроновостей, Сатурн у нас совсем скоро пойдет в ретроград. И, возможно, многие из вас сейчас чувствуют упадок сил, путаницу в мыслях, отсутствие какой-либо дисциплины. Поэтому лучшее решение на этой неделе — это не сопротивляться и принять факт, что на выполнение некоторых дел уйдет чуть больше времени и сил. Не грузите себя. И приятного просмотра. Я безумно сильно скучала по своей ванной комнате. Я когда зашла домой, у меня было буквально желание, знаете, обнять каждую стену. Многие заметили на прошлом видео, что да, я обстригла волосы, теперь они у меня по плечи. Для меня это чудесное решение на лето, потому что я делаю укладку каждый день. Каждый день я трачу по часу, по два, просто на то, чтобы уложить свои волосы и выглядеть более или менее опрятно. Сейчас я не буду распаковывать чемоданы, этим мы займемся где-то в обед. Но еще будучи в дороге, я заказала себе капсулу для кофе и новую посуду.
Они зеленые. Да. Они прям дубовые. Ну да. Можно человека убить. В поездке я открыла для себя аудиокниги. Хотя я не слушала их уже на протяжении длительного периода времени, и казалось, что на слух воспринимать информацию намного сложнее. Но меня так сильно затянуло, и я сейчас даже не помню, когда последний раз у меня в наушниках играла музыка. Я постоянно включаю какие-то аудиокниги. А мы будем готовить завтрак. Для начала стоит понять, как у вас сейчас обстоят дела с энергетическим балансом. Что требует от вас наибольшего расходования сил, и что лучше всего помогает восстанавливаться? Чтобы помочь вам справиться с этой задачей, я составила небольшой опрос и предлагаю вам записать свои ответы на следующие вопросы. Вопрос первый. Есть ли в ваших внутренних и внешних ресурсах дыры? То есть факторы, которые вытягивают из вас энергию или вовсе не дают ее получать? Какие? Проблемы со здоровьем, невыстроенные процессы на работе, отсутствие поддержки близких, неровный график сна и так далее. Возможно, вы сталкивались с ситуациями, когда сайт начинал глючить либо не работать. Как правило, это происходит из-за ошибок в разработке, и порой просто включить и выключить не помогает. Для предотвращения таких ошибок существует отдельная профессия, суть которой — находить их, анализировать и отправлять IT-продукт на доработку. Этим всем занимается инженер по тестированию. Если вы задумывались, с чего начать карьеру в IT, советую обратить внимание на профессию тестировщика. Освоить ее можно довольно быстро. Уже через 4 месяца вы можете рассматривать вакансии начинающих специалистов, а через 9 месяцев вы вполне можете претендовать на среднюю зарплату тестера – от 1500 долларов. Востребованность специалиста в этой сфере с каждым днем только растет, а помочь вам освоить эту профессию может Skill Factory. Skill Factory – это онлайн-школа, которая делает основной упор на предоставление реального опыта. Их цель – научить вас работать. Поэтому во время обучения вы будете решать кейсы реальных компаний и погружаться в рабочие процессы уже во время учебы. По окончанию курса у вас будет готовое портфолио и рекомендательные письма от заказчиков, а графа с опытом выделит вас среди других кандидатов при трудоустройстве. По моему промокоду Локтионову вы получите приятную скидку в 45% на обучение. Действие промокода ограничено, поэтому не упустите шанс попробовать что-то новое. Сейчас займемся всем этим добром. As a young girl, the fields were mine. We played hide and seek for hours, raised our shadows among the pines. So offshore, playful and free. Without a care in the world, I was one rich little girl. Daydreamer, kidnap me. Take me back, all the way back to them days. Running around in a gown and a crown, barefoot. Kept me late. We spent summers catching fireflies and winters on our skates. One big smile across my face. We used to dance our way. Вы знаете про мое увлечение астрологией, и когда я недавно делала натальные карты некоторым девчонкам, у некоторых из них было слабое положение Венеры. Что это значит? Венера — это одна из самых прекрасных планет, которые только существуют в астрологии, особенно для девушки. Это планета красоты, любви, женственности. В общем, она наделена очень положительными характеристиками. И для любой девушки сильная Венера — это
безусловно, огромный плюс в ее карте. Это как некое раскрытие женской сущности. Я думаю, вы видели все эти курсы, как повысить женскую энергию, как раскрыть женскую энергию. С астрологией это сделать намного проще, потому что у вас по факту есть прямая инструкция, что вам нужно делать. Это был небольшой экскурс в эзотерику, а вообще я хотела сделать небольшую распаковку уходовой косметики и как-то оправдать свой шопоголизм. Нашумевший пилинг от Ordinary, мне кажется, его попробовали уже просто все. Что мы вечером с вами тоже сделаем? Зубная щетка и паста от Marvis. Правда, если вы, как и я, думаете, что все зубные щетки, зубные пасты идентичны, вы глубоко заблуждаетесь. Просто попробуйте продукцию Marvis. Это без преувеличения некий феномен в зубной гигиене. Разные тканевые маски, мне нравится их делать по утрам. Шампунь Kerastase. Та же история, что и с зубными щетками. Когда вы попробуете это, вы откажетесь воспринимать что-либо еще. Да. Серумы от постакне Ланбена, я не знаю, как правильно произносится их бренд. У них не самый лучший состав, у них низкая цена, но то, что эта вещь делает с пятнами от постакне, с мелкими высыпаниями, не делает ни один крем, либо сыворотка, которую я пробовала. Сериал с Викиндом — это что-то невероятное. Насколько красиво они его сняли. Через месяц я поеду на его концерт. Я мечтала об этом, мне кажется, года полтора, если не больше. Но я безумно рада. А пока я собралась готовить ужин. Известной, чем была. Давай так скажем. И это победа. Недавно я беседовала со своей подругой, и она произнесла такое словосочетание. Энергетическая гигиена. Вот ты каждый день чистишь зубы, ходишь в душ, наносишь разные крема, маски. Ты заботишься о своем теле, о своем внешнем виде. Но как ты заботишься о своем внутреннем и эмоциональном состоянии? Многие просто не уделяют этому времени. Для себя я создала такую практику либо ритуал тишины. Под конец дня я просто убираю телефон, я ни с кем не общаюсь, я просто нахожусь в полной тишине.